Ну что, мои дорогие, всем привет, всем доброго субботнего дня. Я очень надеюсь, что этот ролик выйдет в субботу. И вообще у меня был план записывать ролики заранее. По два, по три, чтобы у меня всегда был контент в запасе. И это как бы получалось одно время, но потом все провалилось просто. И сейчас я тот человек, да, у которого есть план, как составить план. Короче, у меня все идет не по плану. И у меня не получается пока записывать ролики заранее. Но с другой стороны, я вам уже говорила, что может быть это и хорошо. Потому что когда ты записываешь два ролика за раз или три ролика за раз за один день, ты в одном и том же настроении, у тебя один и тот же темп. Ну, по крайней мере, я говорю за себя. И это как-то, ну, не очень интересно. А когда у тебя разный день, разное настроение, разное душевное состояние, мне кажется, это куда гораздо интереснее. Ну, по крайней мере, контент, картинка и восприятие информации, оно... Ну, точнее, донесение информации, да, оно меняется. Итак, пока не забыла, пока у меня эта мысль вертится в моей блондинистой голове, напоминаю о том, что у меня есть канал в Телеграме. Ссылка на мой Телеграм-канал всегда есть в описании под видео, а также я ее дублирую в закрепленном комментарии. В общем, всегда все есть в описании инфобокса, да, как пользоваться инфобоксом, я вам говорила. Из новостей я наконец-таки открыла загорательный сезон в этом году, в мае месяце у меня получилось это сделать. К нам в Нижний пришло лето, погода стабилизировалась, по крайней мере, пока. 25-27 градусов, при этом нет очень сильного пекла, то есть ветерок обдувает и просто вообще замечательно. Что еще хочу из насущного сегодня с вами обсудить? Вы знаете, парадокс, давно уже вам хотела вообще об этом рассказать, но все время как-то в роликах, в общем, забывала. Про кирки Тициана Терензи в последний месяц, наверное, или в последние месяца полтора, знакомые знакомых, там, я попадала в какие-то общие компании, там, понятное дело, лето, мы стали чаще выбираться, чаще гулять. Все знают, да, что я парфум, ну, многие знают, что я парфумовлечённый человек, и меня спрашивают про аромат кирки, типа, как я к нему отношусь, это же такой классный аромат на лето, он же такой стойкий, шлейфовый, модный, популярный. Ну, когда меня спрашивают, как я к нему отношусь, я говорю честно. Но, опять-таки, я понимаю, что это выбор человека, нравится человеку, пусть идет и покупает. Я обычно в таких случаях говорю свое мнение, показываю ссылку на свой канал, говорю, там у меня есть канал, у меня куча разных обзоров, там, на разные ароматы, унисекс, какие угодно. Вот лето сейчас, да, весна, на такие какие-то более... ну, так скажем, свежие. Люди смотрят, они потом говорят, ну, вот ты говоришь про парфюмы, а я их вообще не знаю. То есть они для меня неизвестные. Вот кирки я знаю. И вот логика, она получается такая, да, вот меня очень часто спрашивают на прямых эфирах, как вы думаете, в чем феномен кирки? Потому что он очень популярный, потому что он на слуху, про него много рилсов постоянно попадается, шортсов, про это хит распива в аромабарах до сих пор, поэтому, мне кажется, люди его покупают. Но... когда мне пишут под моими видео комментарии, как вы относитесь к кирке, и давайте вы уже наконец разберете кирки, почему у вас нет обзоров на такой популярный аромат, то, если честно, я уже просто не знаю, что отвечать, мне хочется вот это вот рука-лицо, но потому что, мне кажется, кому не лень, все уже знают про этот кирки, и понятное дело, что не парф-любители, они как-то проще к этому относятся, и они, ну, то есть аромат на слуху, аромат стойкий, шлейфовый, это действительно так, но проблема в том, что его не умеют дозировать, и, ну, как я считаю. Потому что кирки это такой очень спорный парфюм, и не на всех он открывается так, как оно надо. И не зря вообще, да, мой шортс, топ-3 самых ужасных ароматов, по мнению окружающих, сняты где-то на коленке, просто вот мне пришла идея, такие самые противоречивые ароматы, и вы просто не писайте какие-то там комментарии, почитайте, зайдите ради интереса, какие там дебаты в комментариях, что там вообще пишут люди про вот и Блэк Афгана, и про кирки, и про кокаин Франко Бакли, и больше всего комментариев, конечно же, про что правильно, про кирки. До смешного доходит, вот я про этот шортс, некоторые в комментариях прям наезжали друг на друга, когда говорили, что да, кирки это ужасно, просто кто его носит, там они колхозники, они селушники, у них нет вкуса, ну там реально вот люди переходили вот на такие вещи. И те, кого очень сильно это задевало, видимо, те, кто носит аромат, там вообще такое происходило. Я даже некоторые комментарии, даже не то, что удаляла, то есть я их видела, а потом их YouTube не пропускал. Когда там уже переходили на личности, когда там уже начинали люди посылать друг друга, я со своей стороны могу сказать, что я, если честно, такого не понимаю. Вот напишите мне в комментариях, когда ругают ваши ароматы, когда блогеры там их обозревают и высказывают свои фи, там что-то не нравится. Как вы к этому относитесь? То есть восприимчивы ли вы к этому? Перестанете ли вы пользоваться ароматом? Мне кажется, это такой бред. Я вот тот человек, который любит в большинстве своем, ну вы знаете, да, всратую нишу, как это сейчас модно говорить. И те ароматы, которые, например, люблю я, их постоянно ругают других блогеров. Их постоянно мне прилетают комментарии, что как вообще можно этим пользоваться, но это никак не влияет на меня. Я не перестану, там, я не знаю, носить эти ароматы. У меня никак мой парфвкус от этого не пошатнется. Нет. То есть, ну, мне нравится, я ношу, все. И что там говорят? Мне вообще... Самое главное, чтобы вы ощущали себя в аромате комфортно. Я считаю, что на других обращать внимание не надо. Но опять-таки, то есть, эта фраза, это, к этой фразе можно прицепиться, потому что есть такая вещь, как парфюмерный этикет.
сюда же мы ее можем отнести, я тоже в своем видео в прошлом говорила, что парфюмерный этикет важно соблюдать с той же самой кирки. Если вы сделаете на себя один пшик, вот я уверена, вот напишите, кто со мной согласен, если вы сделаете на себя один пшик куда-то на затылок и пойдете по воздуху на открытое пространство, то вряд ли кого-то это задушит, придушит, там будут слезы из глаз. Если это делать, как делают большинство, просто поливаются с ног до головы, чтобы это было слышно, чтобы этот мускус заполнял все пространство, да, вот как моя клиентка, которая прибежала на тренировку, но это был, конечно, вообще в закрытое помещение, на спорт, ну, то есть мы уже с вами это обсуждали. Но все дело в дозировке, с любым громким ароматом, даже с тем же самым Black Afghan'а. Я наносила на себя Black Afghan'а дозированное, и то есть шла, например, со своими друзьями гулять, которые не восприимчивы вообще к таким ароматам, которые таким не пользуются, и никто никогда мне не сделал замечания. Хотя они знают, что я люблю, когда там отмечают мой парфюм, когда что-то говорят со стороны, но тем не менее, то есть никого Black Afghan'а в жару одним пшиком не смутил. То же самое и с кирки. Поэтому, короче, эту тему можно раскручивать до бесконечности. В защиту кирки могу сказать, что все те, кому она нравится, пользуйтесь на здоровье. Обозревать я ее уже не знаю, ну сколько можно, уже говорила я про нее и показывала тоже как-то, и мне кажется, она уже в печенках сидит, она у меня есть, она у меня стоит, там, я не знаю, сколько полфлакона осталось, но я ей практически вообще не пользуюсь, я думаю, что основные мои зрители, да, кто меня давно смотрит, вы понимаете, почему я не пользуюсь, и не нужно тут объяснять, что да зачем. Короче, жду вас в комментариях, пишите свою точку зрения про парфюмерный этикет, пишите, какие громкие насыщенные ароматы есть у вас, как их воспринимают люди со стороны, и вообще, что вы думаете по поводу того, да, как я уже сказала, когда люди высказывают свое фи на ваши любимые ароматы. Ну, мне кажется, что люди, у которых такая более-менее устойчивая психика, вообще есть такие сейчас люди, ну, наверное, есть, они как-то спокойно это воспринимают, и, ну, как бы они в своей голове держат эту мысль, что о вкусах не спорят. Кому-то нравится, кому-то нет. Но разводить вот такой вот срач в комментариях, переходить на личности, ну, я считаю, это too much. Но как бы это интернет, и вы сами понимаете, что вот это вот все свое люди, они несут в интернет, они как-то цепляются к другим людям, потому что в жизни, вот я так думаю, на словах мы все львы толстые, а на деле в жизни вряд ли кто-то к вам подойдет и сможет вам сказать то, что вам написали где-то в чатике, где-то в каком-то комментарии, да, там послали вас куда-то, да нет, да кишка тонка, подумают 100 раз вообще, прежде чем подойти и сказать, а в интернете просто все мастера выражаться. Обсудили, теперь переходим к нашей теме ролика. Сегодня мы с вами будем говорить про ароматы чистоты и свежести. Это такое достаточно популярное направление, много было запросов на такие ароматы, многие любят, многие носят, но я понимаю, лето, жара, это актуально. Так вот, ароматы чистоты и свежести я подчеркну, которые, на мой взгляд, пахнут элегантно, пахнут добротно и с дорогим звучанием. Потому что ароматы чистоты, ароматом чистоты рознь, по крайней мере, на мой взгляд. Все то, что пахнет порошком, кондиционером для белья, химозит, прачечный, в общем, да, проще говоря, я такое не воспринимаю, для меня это пахнет, ну, плоско, для меня это пахнет дешево. Или вот такие самые, ну, как сказать, общепринятые, да, ароматы чистоты, ароматы чего-то пушистого, нежного, там, Mask Cashmere от Art Collection, вы знаете мое отношение к нему, но не воспринимаю я этот мускус, но не могу я сказать, что он для меня пахнет дорого, и классно. Или Байреда Бланш, вот еще лучший пример, для меня это аромат такой чистой порошковой чистоты, то есть он для меня прям пахнет прачечный, а я, например, не хочу пахнуть прачечный, и мне хочется какой-нибудь аромат свежести и чистоты, но чтобы он был такой элегантный со стороны, чтобы он был приятный, где-то ненавязчивый. Вот про такие ароматы мы с вами сегодня и будем говорить. Что-то, что у меня есть в отливантах, что-то, что у меня есть в полноразмерах. Были те уже ароматы, про которые мы с вами вели речь, какие-то будут новые. В общем, обо всем я сегодня расскажу. Все ссылки на все ароматы я оставлю в описании под этим видео. Какие-то будут с сайта Рандеву, какие-то будут с других сайтов, например, Parfum Prestige. Но я про все проговорю, все промокоды, все-все-все актуальное всегда есть в описании под видео. И если вы будете совершать заказ на сайте Рандеву, то не забывайте, что у меня там есть мой 10% промокод, который работает от суммы 2500 рублей, 10 ангелинов. Первый аромат, это, конечно же, Sun Bleached от бренда Una Nuta Made. Это парфюм, про который мы не так давно с вами говорили. Аромат в стиле Байреда Бланш, но он более мягкий, он более как раз-таки элегантный, тонкий, нежный. Тоже с оттенком чистоты, но без термоядерного. То есть как будто бы из Байреда Бланш убрали вот эту вот химозную порошковую отдушку, вот этой вот прачечной. Мне очень нравится, что в раскрытии там как раз-таки проявляется, там есть нота постельного белья или нота чистого хлопка, и она ощутима, как будто вот такую белую чистую футболку
постирали и повесили сушиться на солнце. И вот она под палящим солнцем стоит сушится. И вот такой вот прям классный оттенок чистоты. Но опять-таки без каких-то вот кондиционерных включений. И еще у Nanutna Made Sun Bleached на моей коже ближе к базе немножко заслащивается. Такая легкая-легкая акварельная сладость появляется. Плюс там есть еще белые цветы, которые делают его более округлым, что ли. И они делают его более гармоничным. То есть у него разные оттенки звучания. Он не сидит монотонно. Это, ну, я не могу сказать, что это облегченная версия Barre de Blanche. Нет, все-таки эти ароматы, они в себя в раскрытии показывают по-разному. Но это вот в ту сторону. Дальше, ну, конечно же, The Ghost in the Shell от бренда Tatli Bordarange. Эта подборка не была бы полноценной без него. И хоть вы знаете про него, хоть я много раз про него говорила, но я не могла его обделить, я не могла его не включить в эту подборку. Это для меня идеальный парфюм на тему чистой кожи. Чистой кожи после душа, которую помыли таким легким цитрусовым гелем для душа. Вот это The Ghost in the Shell от бренда Tatli Bordarange. При том, что я пользовалась им в разные сезоны и весной, и зимой, и летом. И, в принципе, он универсальный, но летом он показывает себя с самой лучшей стороны. Он молекулярный, здесь есть цитрусы, здесь есть юзу, здесь есть альдегиды, прохлада. Колкость, вот этот вот оттенок нежной кожи, и на мне он не выдает никаких тряпок, никаких пластиковых кукол, синтетики, то есть чего-то прокисшего, скисшего, нет, потому что он противоречивый, людям он пахнет настолько по-разному, что ты почитаешь отзывы, и ты просто закачаешься, но этот парфюм, его однозначно нужно тестировать на коже, и притом не раз. На мне никаких сюрпризов он не выдает, и он как аромат-невидимка. То есть я его на себя наношу, первые там 15-20 минут я его от себя слышу, и потом он как будто бы пропадает. Я выхожу на улицу, ветерок подует, и он ко мне возвращается таким легким, полупрозрачным, красивым шлейфом, таким цитрусовым, молекулярным, немножко сладковатым. Он на самом деле очень многогранный. Я считаю его действительно шедевром в бренде Tatli Bordarange, потому что он самобытный, он ни на что не похожий, он способен удивить. То есть это тот аромат, который может в вас вызвать какие-то эмоции. Вот именно своей трансформацией, своим раскрытием. И при том, когда я его, например, носила весной он как будто бы, весной-зимой, он как будто бы чуть более навязчивый, а летом он звучит максимально гармонично. То есть он вас будет и охлаждать, он вас будет и бодрить, он вам будет дарить и ощущение вот этой вот чистой, ухоженной кожи после душа. И он вас будет вот так вот окутывать вот этой молекулярной дымкой. Короче, я ему пою только оды. Но я думаю, что вы видите расход. Флакону год, а он уже близится к половине. Я им активно пользуюсь, и вот сейчас начинается лето, он у меня однозначно будет в первых рядах. Дальше мы с вами разберем Zarka парфюм Inception. Это для меня мега свежий аромат. Я у мужа подворовываю периодически, тоже летом. Но все-таки это его флакон. Слишком много для меня свежести. Ну, должна она быть чем-то разбавлена. Это вот прям аромат для меня весны. Как и California Snow, но они в разные стороны. Здесь, если California Snow, он больше прохладный, он больше такой чайный аромат, то здесь именно свежесть, здесь именно бодрость, как вот лавина вас накрывает вот этой свежести. Когда весна, когда текут ручьи, когда первое солнышко, когда вот меняется вот этот вот воздух, и вы выходите и понимаете, что свежо, вот это вот сюда. Inception однозначно интересный представитель акватики и чистоты, причем у него очень яркий, такой забористый, бодрящий цитрусово-зеленый старт. Зелень прямо-таки бьет в нос, но потом он начинает меняться. Потом в силу вступает акватика, причем такая мощная акватика, появляется солоноватость, оттенок морского бриза. Кому-то, я читала в комментариях, он даже пахнет хлоркой. Ну вот, если честно, хлорки я там не нахожу, но вот это прям такая стопроцентная акватика и свежесть в прямом смысле этого слова. Это однозначно унисекс, однозначно как для мужчин, так и для женщин. И у него очень хорошая стойкость и шлейф. Вот что-что, а технические характеристики у него для свежего аромата, потому что мало на самом деле таких хороших свежаков, добротных, ну, которые бы еще долго сидели. Нет, у него вообще с этим все в порядке. Dancing Light от Olfactive Studio. Мне так нравится этот аромат. Здесь столько зеленых нот, которые меня вообще не напрягают. Здесь и мята, здесь и сосна, как будто бы иголочки сосны. Он наполнен этой прохладой и свежестью. Плюс здесь есть еще немного белых цветов, по-моему, жасмин. Но лично у меня складывается впечатление, что здесь вообще никакого жасмина нет. Настолько он тонкий, настолько он акварельный, что его практически невозможно вычленить. Он искристый, он легкий. В нем вот очень много именно прохлады, и вот когда я его вдыхаю, складывается ощущение, что ты заходишь вот в хвойный лес, и вот эта вот прохлада, которая на тебя из леса, вот этот вот чистый, классный, свежий воздух, вот именно так пахнет Dancing Light.
И он однозначно 100%. Вообще, мне кажется, это универсальная вещь. Но лето – это его время, в принципе, наверное, как и для всей сегодняшней подборки. Стойкости шлейф у него неплохие. Не могу сказать, что это что-то вау. Ну, среднее, наверное. Может быть, чуть выше среднего. Но вообще, бренд Olfactive Studio – это тот бренд, который ему точно стоит присмотреться однозначно и на который тоже стоит обратить внимание. Еще один аромат в эту же сторону, в эту же степь – это Need You от бренда лаборатории Olfactive. Тоже свежий аромат, тоже прохладный, невесомый, как будто бы легкий, универсальный, классный на лето. И вот Need You для меня это глоток свежего воздуха. Это вот как будто бы стоял зной, как будто бы было пекло на улице, и вот прошел проливной дождь, ты тоже выходишь на улицу и вдыхаешь вот этот вот свежий, влажный, именно влажность, именно влажный воздух. То есть он как глоток чего-то такого нового после вот такой изнуряющей жары. Но он молекулярный, и когда я его на себя наношу, у меня как из The Ghost in the Shell, ну, The Ghost in the Shell, наверное, более яркий будет однозначно, а Need You, он сидит вообще как кокон, ты его наносишь, как будто ничего на себя не нанес. Но также ты выходишь на улицу, ветер подует, и он, аромат начинает о себе напоминать. Но это настолько тоже тонко, это настолько чувственно, что, мне кажется, он идеально просто подойдет на каждый день на работу, чтобы освежиться, чтобы вот получить этот заряд бодрости и чистоты для тех, кто работает в тесном контакте с людьми. Попробуйте вот Need You от лаборатории Olfactive. И лаборатория Olfactive тоже, я считаю, что тот бренд, который заслуживает внимания, у них и черные линейки, да, Тонко Де, моя любимейшая, Ван Хера, вот этот вот аромат, да, уже из зеленой линейки, мандарина. Но мандарина, он, конечно, такой, знаете, очень грустный по стойкости, классный искристый цитрус, мандарин, прям кожура, корочки мандаринов, тоже бы классно в эту подборку подошел, но стойкость у него вообще прям 15 минут, и все, и до свидания, аромат улетучивается, потом такой тонкий-тонкий флер остается. Но если выбирать из них двух, то, наверное, я все-таки выберу Need You. Естественно, California Snow от бренда What We Do Is Secret, запах лягушек, запах земли, как в том видео я рассказывала, да, реакцию своего парикмахера на этот аромат. Но я его так не воспринимаю. Для меня это идеальный просто аромат на лето. На самом деле, California Snow это очень неоднозначный аромат, как я говорила в предыдущем видео. В принципе, я там вначале все про него сказала. У него закачаешься какая-то пирамида, там и сено, и конопля, и шалфей, и ромашка, и тинктура земли, и чего там только нет. Но для меня это именно прохлада зеленого чая вот с этим кристальным, сладковатым, пушистым мускусом. На мне он почему-то уходит в сладость. Никакого тоже порошка, синтетики в нем, я этого ничего не ощущаю. Я вообще считаю его очень и очень самобытным. Он ни на что не похож. У него настолько классное, неизбитое звучание, и он очень отличается вообще от линейки основной бренда What We Do Is Secret, потому что у них в своей основной массе ароматы такие ванильные, гурманские, сладкие, что-то такое пудровые. И он, вот такой вот товарищ, но непростой, однозначно его нужно тестировать на своей коже, его через отливан ни в коем случае не покупать слепую, в принципе, как и все, ничего нельзя покупать слепую, благо на рандеву на него есть 1,5 мл, можно заказать, можно познакомиться, понять, ваше, не ваше. Но как-то вот я уже говорила, да, что из всех сезонов мне он импонирует больше всего летом. Летом он как раз-таки уходит в вот эту красивую, чистую сладость. И да, по поводу стойкости и шлейфа еще скажу пару слов. Он у меня отстоялся моему флакону год, я его брала в том году. И поначалу он мне казался, ну, каким-то таким средненьким по стойкости и по шлейфу, а вот сейчас он постоял, и я могу сказать, что я его долго слышу. То есть это тоже аромат из категории чистых, свежих, прохладных, которые держатся очень хорошо. Бренд, к которому я тоже очень хорошо отношусь, Pierre Guillaume, и аромат, который называется Le Masque Le Peau. Это для меня аромат вторая кожа. Но если, например, The Ghost in the Shell это такая яркая, да, чистая кожа, то Le Masque Le Peau это аромат кокон, который будет сидеть очень и очень прозрачно, то есть, скорее всего, кроме вас, его никто не будет ощущать, но если кто-то к вам очень близко не подойдет, не втиснется в ваше личное пространство, то тогда да. Это нежный, мягкий, пушистый мускус с древесностью, здесь есть альдегиды, которые дают ему прохлады, которые дают ему дыхание, и вот оттенок такой еловых иголочек как будто. Наверное, возможно, это за счет розмарина. Но в общем и целом это очень красивый, легкий, древесный, мускусный аромат, который уместен вообще в любой сезон. Тоже прекрасная рабочая лошадка для тех, кто работает с людьми в тесном контакте, для тех, кто, как я люблю говорить, меняет ароматы в течение дня. Я сама такой человек. То есть иногда утром, вот особенно
например, в жару летом, ну, не хочется чего-то термоядерного, хочется чего-то ненавязчивого, да, что не будет тебя придавливать, что вот будет сидеть какой-то дымкой, ты чувствуешь эту легкость, и все. А вечером уже сменить потяжелее. Вот Пьер Гийом, Ле Маск Лепе, это сюда же. Но из вот таких вот ароматов вторая кожа, это тоже очень красиво сделано, чувственно, элегантно аромат звучит. И последний, восьмой аромат на сегодня, это аромат от бренда 8&Bob, и называется он Мемуар Домастик. Он мне тоже очень нравится, но это аромат для тех, кто очень любит ноту нероли. Это вот прям ода нероли, очень ярко. Не могу сказать, что прям мононероли, все-таки не совсем мононероли, но нероли, они заглушают собой вообще все основные другие ингредиенты. У этого аромата вот прям чисто летний вайб, который будет бодрить, который будет тоже освежать и дарить вот это вот ощущение чистоты. И знаете еще, что он мне напоминает? Он мне очень напоминает нероли портофино Тома Форда, с которым, кстати, его сравнивают на фрагрантике. Но напоминать он мне его начинает по мере раскрытия. Том Форд, он более мягкий в начале, он не такой резкий, в нем нет горечи такой сильной, нет такого забористого старта. Но когда и тот, и другой поживет на коже, у меня до сих пор лежит сэмпл Том Форд Нероли Портофино, они становятся максимально похожими. Здесь Мемуар Домастик и Петит Грейн, и цветок апельсина, и жасмин, по-моему, есть, и нероли. Но вот нероли, они все затмевают собой. Они такие вот, как будто бы пытаются выбиться на первый план. И вот мы, вот мы, вот мы, вот мы хотим быть первыми. Ну, правда, у меня складывается такое ощущение, когда я его вдыхаю. И у аромата получается такой запах зеленый, яркий, зеленый, с цитрусами, с горчинкой, вот с этим легким оттенком чистоты. Но оттенок чистоты, он тоже не порошковый, не кондиционерный, не прачечный, нет, это вот тоже как чистая хлопковая футболка, которая сохнет на солнце, как в принципе и в Том Форд нероли Портофино, потому что несмотря на то, что там тоже белые цветы, там нероли, там цитрусы, для меня там тоже есть оттенок чистоты. И здесь этот оттенок чистоты, он звучит дорого, благородно и очень элегантно, и он не выбивается вообще из общей картины. Летом, ну, мне кажется, это идеально на лето, это будет, это вот прям будет прохлада, это будет классная такая зеленая цитрусовая чистота. Кто любит нероли, однозначно обратите свое внимание. Кому нравится Том Форд нероли Портофино, например, да. И по стойкости по шлейфу, кстати, да, не сказала, у него просто все прекрасно. Он вообще переплюнет запросто Том Форда нероли Портофино. Он более яркий, он стойкий и он шлейфовый. То есть за ним шлейф прям тянется. У него с этим все прекрасно. Том Форд, он как-то быстрее уходит с кожи. И я не могу сказать, что он отличается прям какой-то суперстойкостью, каким-то супершлейфом. Ну, то есть так, очень-очень деликатно. Бренд 8&Bob, он уже представлен на сайте Parfum Prestige и на сайте Parfum Prestige, в июне у меня будет новый промокод на заказы. Я его пущу на экране, я его оставлю в описании под видео. Все по-прежнему, промокод дает скидку 25% практически на весь ассортимент, который представлен на сайте, за исключением там двух ароматов бренда Richard. Белый шоколад, по-моему, и белый шоколад в экстракте. Поэтому, если вы что-то хотели из бренда 8&Bob, если вы хотели русалку Dolce Canta Chini Nero, или если вы хотели вишню, например, от бренда Perfume Dress Code Company, да, вот эту вот кровавую Мэри, то вы можете спокойно заказывать промокод, он будет работать весь июнь. Вот такие вот 8 ароматов на тему чистоты и свежести, которые пахнут элегантно, которые пахнут благородно. Обязательно пишите в комментариях ваших любимчиков в этом направлении. Вообще, любите ли вы ароматы в направлении свежести, чистоты, ухоженной чистой кожи, да, вот какой-то прохлады, или вам вообще это все не импонирует. Пишите, что вы думаете про те парфюмы, про которые сегодня рассказал вам я, с чем знакомы, что пробовали, ваше мнение, ваши впечатления. И да, забыла сказать, вы меня просили упоминать про те парфюмы, с которыми я расстаюсь, я же расхламлялась, и когда я расхламлялась, мне писали, что было бы интересно вообще, что покидает ваш парфюмерный шкаф, но я не снимала видео, про что-то говорила, про единичные ароматы, в основном я все дарила, в основном я все отдавала, и вот остался один аромат, который я сейчас продаю, один, в принципе, единственный, это Clandestine Rendezvous от бренда Les Eaux de Nuit, поэтому, если кому-то интересно, если кому-то хотелось этот аромат, вы можете мне писать в телеграм-канале, я даю его за почти целый флакон, по хорошей цене. Даю его не потому, что аромат там плохой какой-то, неинтересный. Нет, аромат классный, аромат интересный. Он про сухую пудру шоколадную с такими минеральными нотами. Вообще, на самом деле, он очень многогранный. Но он оказался очень сильно похож на тот аромат,
который у меня уже есть. А Clandestine Rendezvous — это была моя слепая покупка. И вы сами понимаете, что два аромата, в принципе, взаимозаменяемых, держать в коллекции, ну, как бы я такое не практикую. Поэтому Clandestine Rendezvous я продаю. Поэтому, если кто-то заинтересовался, то вы мне можете писать в моем телеграм-канале, в общем чате. Всегда ссылка на мой телеграм-канал есть в описании под видео и в закрепленном комментарии. Не забывайте про активность, ставьте лайк на видео, пишите комментарии, не только про ароматы, пишите, что вы думаете про парфюмерный этикет, про кирки, вообще про все то, что я там нарассуждала в начале. Ваше мнение, да, это активность. Активность — это комментарии под видео. Нажимайте кнопку колокольчик, нажимайте все, что можно и нельзя, чтобы вам вовремя приходили оповещения о выходе моих новых роликов. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мой Instagram-канал, пишите, что вам было интересно видеть в дальнейших видео, в дальнейших выпусках. Может быть, вам интересна вторая часть, да, про ароматы, чистоты и свежести. Мы сделаем ее, если для кого-то это актуально. На этом у меня сегодня все. Большое вам всем спасибо, как всегда, за внимание. Всем пока и до новых встреч!